Всем привет, друзья! Восьмой день стройки, два дня выходных позади. Продолжаем стройку фермы. Сегодня обшили фронтоны. Заместо Саши сегодня Денис у нас оббивает дранку, заканчивает. Ну и потихонечку начали делать кошару в заднюю стенку. Потихоньку пробили. Завтра уже полноценно будем продолжать. Сегодня мы с Денисом вдвоем на ферме. Эдик с Сашей у нас на пилораме заготавливают дрова, так как заявки идут, нужно их отрабатывать. Соответственно, они у нас сегодня пилят и отгружают дрова.